Великие поэты обладают умением глядеть в будущее. Один из таких великих поэтов – это Александр Александрович Блок. Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым. Сегодня я буду читать вам стихи Блока, о которых вы даже не подозреваете, а потом в конце покажу вам Петропавловск с высоты птичьего полета. Но Петропавловск увидят лишь те, кто выслушает мое культуртрегерское чтение. За городом вырос пустынный квартал, на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день светозарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, болтали цинично и пряно, на утро их рвало. Потом, запершись, работали тупо и рьяно. Потом выползали из будок, как псы, смотрели, как море горело, и золотом каждой прохожей косы пленялись сознанием дела. Разнежа смечтали о веке золотом, ругали издателей дружно и плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной. Так жили поэты. Читатель и друг, ты думаешь, может быть хуже твоих ежедневных бессильных потуг, твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой. По крайности есть у поэта и косы, и тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей. А вот у поэта всемирный запой и мало ему конституции. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала. Красиво, эстетично. Это стихотворение Александра Александровича Блока впервые было опубликовано в 1909 году. Впрочем, предпосылки к его написанию имели место быть 6 годами раньше. Я беру в руки 3-й том Блокова восьмитомника, Гихловского Блокова восьмитомника, так называемого синего восьмитомника. Кстати, сразу скажу, что был еще 9-й том с дневниками, но он не был дополнительно пронумерован, хотя вышел сразу после окончания выпуска этого издания. Так вот, в 3-м году века минувшего Блок уже подступал к написанию этого стихотворения. Открываю примечания и комментарии для того, чтобы прочитать набросок стихотворения поэты, написаны, датированы 26-м днем июня 3-го года 20-го века. Вот текст этого наброска. «За городом вырос пустынный квартал, на почве болотной и зыбкой здесь жили поэты, и каждый взирал на другого с тревожной улыбкой. Все были как дети, мудрее людей, они бы любили друг друга, да не было сердца и не было дней, свободных от злого недуга.
И все уставали от вечных надежд на чей-то взывающий голос. Боролись, кричали, громили невежд. А в поле был ветер, цвел колос, так жили поэты. Казалось порой, что зори всходили другие, что утро или день или вечер чужой, и любимые ночи чужие. Так было, когда провожали они одного из готовых и твердых на подвиги жизни, на яркие дни на выход из замкнутой касты. Но реже и реже пустынный квартал оглашался прощальной тревогой. Давно уж никто уходить не дерзал, и знали о рабстве, но все сознавать считали угрюмым величием. И серые маски пришлось закрывать небывалым и странным обличием. На красных губах появились черты какой-то улыбки безбрачной, открылись болезни, согнулись персты и стали, как ногти, прозрачны. И ночью мужчина к мужчине вошел, и с женами жены смесились, а утром по улицам шепот прошел, и долго кому-то молились. И утром пришел неожиданный гость ржавых и вынес из храма железную трость, как пастырь для правых. Так жили поэты. И прокляли день, когда размечтались о чуде, а рядом был шорох больших деревень, и жили спокойные люди. Они погружались в глубокие сны, и многие знали. Есть еще два варианта восьмой строфы, которые были, как говорится, в примечаниях к третьему тому восьмитомника, датированный апрелем 18 года с пометой «Для Луначарского и Мейерхольда». Нет, не выходит. Первый вариант. Ты будешь доволен собой и женой, но жизнью не слишком доволен. А вот у поэта всемирный запой, и в жизни и смерти он волен. И второй вариант. Ты смотришь без смысла, разинувши рот, на все равнодушно на свете, как ветер бежит или дождик идет. Мне любы и дождик, и ветер. Александр Александрович Блок. Стихотворение «Поэты». Напомню одну строфу из него, которую вы только что услышали, но я ее повторю вам. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции. Блок советует не руководствоваться никакими конституциями и, соответственно, не голосовать за них. Но это есть, было бы еще только полбеды. Слушайте музыку стихов Блока. А теперь, как я обещал, давайте посмотрим на столицу Камчатского края одиноким глазом летающего фотоаппарата. Итак, смотрите. Thank you.
Сегодняшний день был для вас очень важным. Сегодня вы узнали, что великий русский поэт Александр Александрович Блок думал о голосовании к поправкам Конституции. И сегодня вы, чтобы отдохнуть от мозговых усилий, а я прямо вижу, как вы страдали, слушая Блока, потому что вы привыкли к осадовской мерзости. Для того, чтобы вы немного отдохнули, вы полюбовались видами столицы Камчатского края с высоты птичьего полета. Это точно. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени слушать хорошие стихи и смотреть на Камчатку. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите комментарии. Мне интересно знать, что вы думаете, глядящий мой видеодневничок. Ну а ежели вы на моем канале впервые, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив которую, вы будете получать уведомления о новых роликах. Вот эта подсказка. Делайте, что она вам рекомендует. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красной стала светло-серой. И в ней появились магические слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Замечательно, аплодирую вам. Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания.